И снова желающих заниматься бездомными собаками в городе не оказалось, кроме одной фирмы Light Group. Ровно на 12 миллионов рублей до конца года они должны отловить почти 1500 собак. Единственная заявка, выбирать было не из чего. Ну и симпатизирует то, что они в тесном взаимодействии с зоозащитниками. То есть мы понимаем, что к животным будет гуманное отношение. Гуманно – это значит, что собак будут ловить, стерилизовать и снова выпускать в привычную среду. Отстрелом давно не занимаются. Зоозащитники только-только завершили предыдущий контракт и доказали, что им работа по плечу. Они будут помогать новой фирме, которая, как выяснилось, с собаками раньше ничего общего не имела. Правда, цифра в 1500 собак до конца года зоозащитников все же смущает. Теплой передержки на всех псов не хватит. Мы, получается, будем полностью процесс контролировать. Отлов будет, ну, то есть собаки будут содержаться в приюте кот и пес, на базе приюта кот и пес. Стерилить будут наши врачи. Отлавливать нам будут помогать К9, кинологи с Иркутска. Получается, ну и мы полностью волонтеры тоже там будем присутствовать. Ну, в плане в приюте. Так или иначе, заявки по бездомным собакам уже начали отрабатывать. Сейчас в приюте кот и пес достраивают новые вольеры и делают клетки. Зоозащитники просят помощи у бизнесменов. Нужен металл, арматура, уголки и кладочная сетка. Суммы, что выделяется по контракту, недостаточно. На содержание одной собаки уходит как минимум около 8 тысяч рублей. Мария Латышева, Вячеслав Батуев. Новости дня.